Мир вам, дорогие друзья. Вы даже не представляете, насколько мое сердце, о себе скажу, переполнено благодарностью Господу. Пели вместе этот гимн, и так радостно осознавать, что Господь подарил нам эту веру, воскрешающую мертвых. Как хорошо быть в евангельском общении. Но должен сказать, что помимо нас с вами, во имя Господа мы собрались. И вот хочется, чтобы в самом начале у нас прозвучала вот эта хвала Господу. «Господи, вселенную премудро Ты сотворил». Вообще, в начале, когда мы собираемся с вами, есть только один предмет поклонения. Собственно, это не только в начале, это и в продолжении общения. Но вот то, что мы делаем в начале, мы призываем имя Господа. И, как написано, в начале было Слово, Слово было у Бога, Слово было Бог. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, моления, благодарение за всех людей. И в центре всего этого находится наш Господь. Поэтому послушаем сейчас пение. Господи, вселенную премудро Ты создал, все необходимое для жизни людям дал. Дивно чудно все устроила Твоя рука. Невозможно описать баланс и добра. Ты один достоин. Хочу отдать всю жизнь мою тебе.
тайны сердца моего я приношу тебе. Ты видишь жизнь мою, и все ты знаешь обо мне. Всем сердцем я хочу узнать тебя и жить здесь так, чтобы тебя любя всю жизнь отдать тебе лишь одному. Тебя здесь прославлять, чтоб этой жизни нужно мне дается лишь тобой. Быть верным, помоги тебе взирать на образ твой, доверить жизнь свою и знать, что все в твоих руках. Что даром ты даешь, и победить свой страх. Сердцем я хочу узнать тебя и жить здесь так, чтобы тебя любя всю жизнь отдать тебе лишь одному. Тебя здесь прославлять.